Проект по возведению экстеншн, так называемого, конкретно увеличение размера вот этой вот пристройки, которую мы сейчас и будем делать. Вот то, что мы имеем в исходной точке, материал завезен и начинаются строительные работы. Процесс строительства идет полным ходом, и уже подняты опорные столбы, на которые уже идут горизонтальные балки для поддержания еще перекрещивающихся опор, которые придут на уровень вот того пола. Чтобы быстрее было, я его скажу. Работы продвигаются, и сейчас происходит установка окна на этой фронтальной стене. И после завершения этого участка переходим на следующую стену. Пошли внутрь помещения, и вот так конструкция выглядит изнутри. Крыша готова, хорошо укреплена дополнительными балками. Внешняя стена, окно, и сейчас продолжаем совершенствовать вот это пространство. Снаружи, после вчерашнего дня работы, можно демонстрировать конструкцию, которая воздвигнута, крыша. Все идет своим чередом, и мы продвигаемся дальше. Вот так конструкция выглядит изнутри. Очень элегантно, эстетично, ажурно. Даже не хочется закрывать это потом драйволом.